Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим жаровню со свининой в сливочно-грибном соусе. И для начала приготовим чесночное масло. Для этого возьмем сливочное масло и добавим в него мелко нарубленный чеснок. Хорошенько перемешаем и уберем в холодильник. Нарежем лук полукольцами. Шампиньон нарежем дольками. Свинину нарежем брусочками. И обжарим это все на растительном масле. Добавим соль, перец, сливки, сметану, чесночное масло и будем тушить до загустения соуса. Пока тушится мясо, займемся картофелем. Нарежем картофель на дольки, смажем растительным маслом, добавим соль и отправим в духовой шкаф при температуре 220 градусов на 10-15 минут. Выкладываем готовый картофель на тарелку. В центр выкладываем соус. Добавим маринованные томаты черри, маринованный корнишон и добавим жареный сушеный лук. Блюдо готово, приятного аппетита! А эти и многие другие свежие продукты вы можете заказать в мобильном приложении «Мой Спар».